первая серийная пара у победителя аукциона с номерами 003. Всем привет от канала ИП. Вот зашел в гости в салон, точнее за выигранными лотами Игорь Валерьевич Караганда, победитель. Из скромности не хочет показывать свое лицо, но нас интересуют факты. Вот его лоты. Это уже его знак, точнее пара знаков. Это он видел, объяснили, взвесили. Здесь у него совпало как раз 22 грамма. По желанию каждый вносит фамилию, имя и заполняет удостоверение своим почерком. Вот вес мы подсказали. Вот смотрите, опять же тираж знака 100. И это самый маленький номер, который был разыгран на аукционе. Именно серийный номер 003. И, пожалуй, это первый обладатель, который сразу же одновременно, естественно, это был как первый серийный номер российского знака. И специально для канала ИП мы сохраняем интригу. Только сейчас вот открывает на ваших глазах победитель лота. Игорь Валерьевич, видите, все подписано. Прошу. Да. Вживую намного, намного превосходит ожидания того, что я видел. Также номер 003. То есть, видите, человек сразу приобрел пару номеров. То есть, фактически, за это стоило бороться, как считаете? Я считаю, что да, и мне повезло. Мне очень повезло. Я очень рад. Вот чувствуется, что эта вещь, вот какие ваши впечатления именно? Объемность. И объемность, и красота, и на вид, и на ощупь. Ну, это надо вот вживую видеть. Потому что по видео, когда я смотрел, тоже было очень интересно. Но вживую это совсем две большие разницы. Вживую это намного-намного раз красивее. Превосходит, да? Интереснее, да, это... Так, вот еще, кстати, есть возможность, постараемся сейчас взвесить этот знак. Давайте, да, потому что мы сами еще разбег даже не знаем знаков, потому что горячая эмаль. Да, знак получается ру чуть-чуть тяжелее, 25,3, это на будущее просто запишите, да? Да, да. А технологии уж горячей эмали, это вообще высший пилотаж. Я думаю, такие знаки войдут в историю. Также, если мы сделаем пирсинг, наверное, Игорь Валерьевич, придется менять, да? Или рядом. Рядом. Рядом, скажем, чтобы... На другой палец. Да, чтобы... Или на другую руку даже, да? Да. Что вы скажете нашим телезрителям, которые еще не приобрели знак потенциальным? Ну, я думаю, все желающие имеют такую возможность. И, мне кажется, никто не пожалеет. Просто это произведение искусства. Помимо того, что оно для каждого будет что-то значить в его коллекции. Стоит оставить потомкам своим. Да, конечно. И тем более в коллекции. Напоминаю, это первая пара серийных номеров коллекционер.ру. И вот, как и обещалось, согласно таблице, да, можно их вместе предоставить. За номером 003. То есть, своеобразная история, которая происходит на ваших глазах. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.